Сегодня на спортивной площадке триатлон-парка состоялся флешмоб, посвященный Астанинскому международному марафону Шанхайской организации сотрудничества и совещания по взаимодействию миром доверия в Азии. Задавали тон флешмобу звезды отечественного спорта, боксеры Бахтияр Хартаев и Данияр Елеусинов. А руководил флешмобом министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиоглы. По словам организаторов, в предстоящем марафоне 27 августа будут участвовать зарубежные звезды шоу-бизнеса и спорта, звезды телевидения, киноактеры и политические деятели страны. Нам очень важно проведение таких марафонов. Это соответствие той политике, которую глава государства всегда ставит в первом своих выступлениях. Это здоровый образ жизни. И, конечно, отрадно, благодаря международным средствам массовой информации, мы сможем показать нашу уникальную столицу, красивейшую столицу Астана. И третье, это отрадно, что марафон впервые организован в рамках международной специализированной выставки «Экспо-2017». Всех призываю участвовать. Участвовать и побеждать. Мы спортсмены за здоровый образ жизни, за здоровую нацию, поддерживаем спорт. Здоровая нация – это наше будущее, поэтому приходите, будет интересно, мы сами будем участвовать.